сюда есть. Оно перезапустилось. 16 секунд, видишь? О! Есть. Есть? Да, оно перезапустилось. Я же говорил нормально. О, привет! Привет, чат. Есть контакт? Я чувствую, поверь. Я чувствую очень сильно ауру. Сейчас увидишь. Я тебе говорю. Особенно взгляды. Ты умеешь ловить взгляды людей, которые тебя смотрят? Чувствуешь, когда они тебя смотрят? Ну, обращают внимание. Допустим, да. Ты идешь, и ты чувствуешь, как будто кто-то тебя отпялит. Да. Я так сразу хоп, и вижу. Я когда вижу кента, что он меня узнал, ну, типа, он такой сразу на улыбке. Чисто, так, яйца, да? Вернемся к нашим яйцам. Ты же, блядь, уебище на солнце. Видишь, там процесс света. Она слышно нормально и видно нормально, да? Нормально слышно нас. Можно, например... Вот так можно сделать, прикинь. О. Шикарно. Окей. Страва здесь есть. Яичня... Я... Короче, это глазунья, я поняла. С томатом и чари и базиликом. Ага. Перепелиных базилик. Яиц. Перепелиных яиц. Понял. Яичек маленьких. Ок. Яйца Бенедикт с форелью. Бенедикт. Understand, да? Яйца Пашот. Вот я вот это буду. Пашот? Да. В вафельном тосте, горшковым шпинатом, беконом, солоным сыром, овощами, козячим молоком та томатом и грудь. Да. Окей. А я? И попить буду свежевыжатый сок. Угу. И капучино, да, без лактозы в молоке. Китуль, кентик! Сейчас будем трапить. Чат, привет, чат. Я так соскучилась. Сколько я не стримлю? Я дня 4, наверное, не стримлю. Как вы тут? Не знаю, вообще, ребят, в Киеве люди вообще другие. Вообще, вот настолько приятные, добрые, легкие на подъем, максимально открытые, максимально вообще просто... Не знаю, вот чувствую, что я очень буду скучать и не хватать меня. Не хватать будет. Вот. Очень. Мы тоже злой не самый... Дай попизди, да попизди. В смысле, не пизди? Я не вру никогда. Просто не договариваю. Да не, ребят, да какая сходка? Я... Не знаю, сейчас коронавирус, какие сходки, вы что, совсем? Нельзя сходиться на коронавирусе, кенты, а то по заболеваем, откиснем нахуй. Да. Оно вам надо. Да, я с Вадей виделась, с Вадей и с Машей. Ребята, у нас все хорошо, пожалуйста, не надо верить у нас никаким хорошо. Вбросам. Вот у-у-у. Один чел написал, 5000 подхватил и начинается, что с Вадей? Все прекрасно, я говорю, просто... Вообще люди, ну, не знаю, сейчас расплачешься. Офигенные, офигенные. К сожалению, в Москве таких нету, и мы так, конечно, не собираемся. Это, конечно, все вбросы. Это чисто вот, ну, я говорю, один, может, написал, все, все подхватили, и вообще, чё как? Сейчас. Давай я тебе украинскую пищу какую-то организую, ну, типа украинскую. В смысле? Ну, что-то такое с наших краев. Борщ. Ты его скушаешь? Не, сейчас не хочу. Я не, кроме сало любишь? Не, я в детстве оторванулась с салом, и с тех пор у меня фобия сала. Угу. Да успею, злой, но я так сейчас жирную пищу тяжелую есть. Зеленый борщ. Зеленый борщ, все сметану и зара возьму, ебаный снич. Что? Зара, извините. А это, видимо, официанты, да, у вас так? Что именно? Сложно приходят. Да, есть немножко. Девушки, у вас свежий выжатый сок есть? Фреши, да? Фреши. Да, фреши. Есть апельсиновый, есть грейпфрутовый, какие-то. А можно апельсин, грейпфрут? Да, конечно, не проблема. Можно еще ей яйцо пашот?
На сумму вафельном тесте. Который сейчас. А что, оно нету? Завтраки до 2 часов сегодня. До 2 часов, да? Да. Может, борща зеленого? Ну, какой борщ на завтрак? Мне зеленый борщ давай. Хорошо. Ну, вот я сейчас подарю. Так, окей, а что, может, у вас возможность есть завтрак? Посоветуйте что-нибудь вкусненькое сейчас. Я могу просто уточнить по поводу завтрака. Если на кухне мне будут готовы, я тогда вам готовлю. Давайте, давайте. Бенедиктовый или Пашот? Да. Пашот. Да. Хорошо, Пашот. Пашот, да. Филе индички с сыром слугуни, так как и пюре. Смачно? Хочешь? Ну, если нету завтрака, тогда мы тебе берем это. Стрим с Вадей будет, но Вадя вчера, ой, сегодня мне написал, он предложил мне стрим совместный, но я, ребята, если честно, очень боюсь, переживаю. Почему? Не знаю. Ну, Вадя, во-первых, очень популярный. Ой, Миш, слюни. Популярный, во-вторых, я стесняюсь, смущаюсь, не знаю, как-то с Вадей прям... Да нечего стесняться. Мы еще с ним не сошлись, так сказать. К сожалению, завтрак. Нет, да. Тогда давайте... Может, сыр не... Филе индички с сыром слугу не так как... Будешь? Не, вот то, что ты сказал. Филе индички с сыром слугу не так как топливо пюре. Да. Это вы тоже смотрите. Опять. Тоже это завтрак? Это ланч. Это ланч. Сегодня выходной день. Сегодня просто ланча нет. Ничего. А что у вас есть, чтобы поесть? Все остальное меню, то есть вот завтраки, они просто до 2 часов. В основном не стравы ложишь, написано. Обиды. Обеды. Сниданки. Так у вас обеды, сниданки, основное меню и... И дальше вы смотрите, и дальше тут все только салаты и... Дальше. А тартар у вас есть? Есть. Есть из форели и есть из... Ну, телячий обычный тартар. Он продается на греночках, 6 штучек. А что у вас вкусненькое такое, прикольное, необычное и самое вареники. Популярное? Вареники? Да. Давайте вареники. Смотрите, у нас есть... 5 видов вареничков, то есть они все разные. Есть с ягненком, с оленем, есть с диким вепрем, с форелью, со щукой. Ого! А самые какие? Самые его это с форелью, либо с вепрем. О, можно с форелью? С форелью. А мне с вепрем. Хорошо, после борща. И с борщом, да. Одновременно или да, после одновременно борща? Давайте. Хорошо, попить что-нибудь убыть? Тоже фреш давайте. Какой? Апельсиновый. А есть капучино на безлактозном молоке у вас? На миндальном есть. Давайте на миндальном. И хорошо. Да, да. Ребята, капец, сейчас буду есть вареники с вареники форелью. С вепрем? Да. А с ты с вепрем. Блять. Я съем твой вареник, а ты съешь мой вареник. Хорошая идея, в принципе. Я как раз зубы почистил, все нормально. Слушай, но злой. Вот. Я, типа, очень кринжовая, но ты тоже кринжовый, но да. У нас какой-то не кринжовый стрим получается. Очень кринжовый стрим, но, понимаешь, я немножко отошел от этого образа кринжового типа, потому что, не знаю, меня, типа, сильно душили, как чатик.